Вот такая вот у меня наковальня. Я же ведь коллекционер, у меня их было даже 6 штук или 7. Иногда, когда денег нет, приходится предлагать. Люди ко мне, коллекционеры, обращаются, говорят, дай наковальню. Ну, чем эта наковальня отличается? Ну, в хорошем она состоянии, явно, по-моему, советская. То ли ТГЗ какой-то, наверное, может, тракторный там. Еще тут разобрать завод, да? Ну, здесь даже в таком состоянии так видно, что 80, да? И, наверное, К, вот тут Г, что ли, тут есть. Ну, то есть 80 килограмм, советская, я думаю, от производства она, потому что она в хорошем так довольно состоянии. Ну, как вы видите, ее в машину я ее закинул, в машину я ее один закинул, ну, тяжело было, но закинул. Напрягся и поднял, ну, вот такая, смотрите, если кого интересует еще, у меня наковальня, спрашивайте, у меня что-то бывает, что-то приходит, что видите, тут сюда можно такой засунуть, пальчик. Здесь уже квадратик, так что разные бывают наковальни. Следить, подписывать, следить за обновлениями. Бывают советские в отличном, хорошем состоянии. Если кто хочет продать, обращайся, покупаем. Ну, конечно, приходится продавать. Надо же набирать. Я не могу только покупать. Вот такая вот коллекционная наковальня, которую можно в том числе даже использовать.